Больше всего удивляет тот факт, что до сих пор работают уличные торговцы. Вот прямо на улице, не соблюдая никаких даже самых элементарных санитарных норм, они продают продовольственные товары. Вот ларек стоит, там сидит продавец. Без маски, без перчаток. Продукты на улице стоят. Он там сидит, ему больше 65 лет. И никто его не закрывает, не останавливает. Вопреки всем инструкциям, всем требованиям и тому подобное. Все закрыто везде, все общепита, точки закрыты. А тут, пожалуйста, у дороги, и никто его не закрывает. А почему вы торгуете в период самоизоляции? У вас все фрукты на улице. У вас все овощи, фрукты открыты. Почему в период самоизоляции торгуете так? Подходят люди, он там сам сидит. Неизвестно, какого он здоровья, есть ли у него документы о том, что он здоров. Он думает, моет руки. Он воду набирает, тут рядом стоит, вышел на улицу, тут так помыл, сполоснул. Вот и все. И вот оно пошло распространяться. А почему вперед самоизоляции вы торгуете? Я человек подневольный. Ну а как считаете, это нормально? Ну, у нас же все упаковано. А почему вперед самоизоляции вы торгуете? Вы сначала в аптеку заходите, там люди болеют, а в аптеке ни одной маски нет. Воруют, там лишь дорого продают. Вот сначала в аптеке, вам вопрос ставите. Я не знаю. Я вам... Овощи и фрукты в открытом виде. У вас же не продают продуктов. Потому что государственная аптека маски не дает за это. Нет, вы же в маске, при чем тут я это? Я вот 100 рублей покупал одну маску. Ну, это все открытое. Разим можно и пыли, все здесь. Я понимаю, я не вас говорю, вот им я говорю. Вот почему маски нету в никакой аптеке? Вот скажите, пожалуйста. Так. Если вы знаете, они яблок моются. У вас кран есть дома, откроясь, вода идет, помидор моется, яблок моется. Все открыто, воздух, ветер, руки не моют, наверное, это. Даже пандемию. Ну, не стерильно здесь. Хоть в магазине хоть что-то там моют, а здесь... Почему в период самоизоляции торгуете на улице? Ну, не торгую. Вот у вас палатка уличная. Я не торгую. Почему без маски, без перчаток? Ну, я просто вышел. Ну, я не торгую, хозяин нету. А почему в такой период торгуете? Кто вам разрешил? Как вы считаете, законно вот то, что вы здесь находитесь? Нет, незаконно. То есть вы это понимаете, но стоите здесь, да? Ну, я не ставлю, девушка. Это небезопасно, во-первых. Во-вторых... Ну, контакт близкий. Сейчас заболевание такой, вирус такой ходит, а они на открытой площадке. А почему здесь покупаете? А чего? Ну, сейчас запрещена торговля уличная. В магазинах тоже это самое нельзя. Нет, продуктовые магазины разрешены. Да. Мы до этого не знали это. Не знали? Да, да, на улице нельзя было. А вы знаете, что штрафы могут быть? Вот все, мы больше не будем, поэтому. Кстати, мы сегодня обратились в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области с просьбой пояснить, а ведется ли хоть какой-то контроль за подобными торговцами. Но там весь сегодняшний день нам комментарии предоставить так и не смогли.